Всем добрый вечер, друзья. Рад вас видеть в нашей комнате. Пожалуйста, поставьте от 1 до 10, чтобы я понял, что меня слышно и видно. Хорошо, спасибо. Итак, мы собрались для того, чтобы обсудить очень важные вещи, чтобы поговорить о нас с вами, поговорить о том, что нам несет интернет, какие возможности сегодня перед нами открываются. И на самом деле в мире сегодня происходит революция. Просто кто-то это видит и понимает, а кто-то этого не замечает. Но мир очень быстро, очень динамично меняется. Раньше это было эволюционное развитие, сегодня это уже революционное. И мы живем во время, когда вообще очень многие вещи меняются и в экономике, и в политике, и в бизнесе, и во взаимоотношениях. И, естественно, те люди, которые вот понимают, они понимают, что сегодня огромное количество людей ищут для себя возможности. Потому что вот кризис, который разразился в 2008 году, он до сих пор еще не закончился. Миллионы людей по всему миру сегодня ищут для себя новые возможности. Очень серьезная безработица и в Европе, и в Америке. Миллион заявлений о банкротстве только в 2013 году было. Миллион заявлений о банкротстве. 201 миллион безработных – это тоже очень серьезные цифры. И вот на фоне всего этого, естественно, повышается спрос на любое предложение по возможности дохода. И интернет в этом отношении просто уникальный инструмент, который сегодня каждому из нас может помочь решить те проблемы, которые стоят перед миллионами и даже уже, наверное, миллиардами людей. Как иметь дополнительный источник дохода? Как создать свой бизнес? Где найти точку опоры? И однако нужно понимать, что после каждого падения, после каждого спада, конечно же, есть подъем. И те люди, которые сегодня не отчаиваются, а прикладывают свои энергии, руки к новым возможностям, вот они-то как раз и будут на подъеме. Выживают не самые крепкие, а те, кто лучше всего приспосабливается к изменениям. Я думаю, сегодня выживает именно тот, кто готов меняться, кто готов обучаться, кто готов брать новое, новое осваивать, применять. Да, где-то падаем, но потом поднимаемся и идем вперед. Давайте посмотрим вообще на интернет, на рынок интернета и поймем, какие здесь возможности. Например, есть такое приложение Uber, которое позволяет таксистам быстро находить клиентов, а клиентам быстро находить таксистов. Это приложение, эта компания не имеет ни одного собственного автомобиля. И при этом ее доход, то есть ее стоимость составляет 50 миллиардов долларов. Компании всего лишь каких-то 6 лет, 50 миллиардов долларов. Или вот компания Airbnb, сайт Airbnb, работает в сфере недвижимости, не имеет ни одного объекта недвижимости и позволяет, тем не менее, людям снимать недвижимость в 190 странах мира. Очень удобно, очень выгодно, замечательно, и стоит это приложение 25,5 миллиардов долларов всего лишь за какие-то 7 лет. Я думаю, вы знаете истории и Facebook, истории и Google, которые сегодня являются богатейшими компаниями, все это благодаря интернету. И мы сегодня с вами тоже знаем, как благодаря интернету мы можем присоединиться к уникальной индустрии. Она называется электронная коммерция. Это продажи, это торговля. Но вы знаете, есть торговля обычная. Мы посещаем магазины, мы понимаем, что такое офлайн-магазины, что такое офлайн-торговля. И при этом мы часто не знаем фактов. Хотя мы видим, что многие магазины закрываются. Сегодня это один, вчера это был другой, завтра уже третий. Значит, люди обанкрочиваются. Просто так от хорошей жизни люди не меняют дислокации, не меняют магазины. Если возьмем даже крупнейшие магазины, такие как Walmart, Target и так далее, их обороты ежегодно падают. Порядка на 30%. Вот от 3 до 30% падают обороты крупнейших магазинов, которые работают на земле. И при этом есть тренды, которые, занимаясь торговлей, растут из года в год. Например, это Amazon. 117% роста. Это очень большие цифры. Давайте посмотрим. Интернет-продажи резко увеличиваются и ежегодно увеличивается на 15-20%. Ежегодно. Это тренд. Сегодня люди все больше и больше покупают в интернете. Это удобнее, это часто дешевле, это комфортнее гораздо. Не нужно ехать в город, стоять в очередях и так далее. Мы просто заходим в интернет, в компьютер, нажимаем несколько клавиш, и нам привозят на дом. Очень удобно. И более 300 миллиардов долларов в год – это продажи
прошлом, то есть в 2014 году, через такие площадки, как Amazon, eBay, Google и Facebook. И вот интересно, а как бы вот присоединиться к этой индустрии? Как сделать так, чтобы мы могли отсюда получать доход? Это очень большие товарообороты, тем более они постоянно растут. И оказывается, такая возможность есть. Такую возможность нам представляет с вами компания, которая работает на рынке электронной коммерции уже 2,5 года. Компания очень интересная, мы сейчас с ней познакомимся. И вот многие бренды перемещаются в интернет. Да, мы уже об этом сказали. Многие компании переходят в интернет, потому что за интернетом будущее они тоже прекрасно понимают. Все большее количество стран дает все большие обороты в электронной коммерции. Здесь вот самые развитые в этом отношении страны. Конечно же, это Америка и Канада. Естественно, это Франция, Германия, Великобритания, Европа. Это, конечно же, рынок Китая, Японии, Кореи, Австралии. Да, здесь нет России, наших стран, потому что мы в этом отношении отстающие. Но мы развиваемся, мы растем, например, так же, как Бразилия, растущий рынок. И поэтому перспективы и у нас весьма и весьма серьезные. И в ближайшие 5 лет ожидается объем в 3,5 триллиона долларов. От электронной коммерции в этих странах. Что если мы присоединимся и будем иметь доступ к этим триллионам? Да, это не миллионы, это не миллиарды, это триллионы. Такую возможность дает нам компания, которая называется Infinii. Сейчас я включу небольшой видеоролик, и мы посмотрим вначале, как чествуются те люди, которые уже работают в компании. Кто-то год, кто-то полтора, кто-то два, потому что компании 2,5 года. И давайте обратим внимание на те доходы, те чеки, которые они показывают, и к которым мы тоже можем иметь отношение. All right, guys, we are here at the event. The time has come. That's right, the doors just opened. There's a crazy amount of energy. Everybody's excited because the moment is finally arrived. We totally destroyed that store last night, and they were so great to us. You're gonna see an amazing spectacle of what's to come and why this company is so great. Компания Infinii уже 2,5 года. Работает она на рынке электронной коммерции, и главное, чем она занимается, она помогает людям зарабатывать здесь, обучая их и предлагая им необходимый софт, поддержку и так далее. И вот давайте представим, что вы тоже сможете присоединиться к этой индустрии. Во-первых, вы имеете виртуальный магазин, но у вас нет товара, у вас нет складов, у вас нет упаковки и так далее, и так далее. То есть это за вас делают магазины Amazon, eBay, Bonanza, Alphabet и так далее. У вас нет даже каких-то серьезных расходов, потому что если вы, скажем, открываете обычный магазин, вам нужно вложиться не только в аренду, зарплату, вам нужно вложиться в товар.
В любой магазин, который вы зайдете, гастроном или какой-то другой электроники магазин, вы видите, сколько товара. Он весь куплен, за него уже заплачено. И это очень большие деньги. Вам для открытия магазина в этом случае не надо вкладывать вообще практически ничего. У вас нет необходимости создавать трафик, то есть вам не нужно привлекать людей в свой магазин, не надо давать там массированную рекламу, создавать какие-то сайты, страницы, потому что посещаемость Amazon, eBay и других продающих площадок просто колоссальная. Представьте себе, на eBay только 270 миллионов активных покупателей. Это люди, которые делают покупки не реже, чем раз в неделю. Их никто туда не приглашает, не притягивает, они сами приходят. Они понимают, что здесь они найдут то, что они хотят купить. Поэтому вы и здесь выигрываете, вам не нужно это деньги даже тратить. Вам не нужно упаковывать товар, доставлять его, связываться с покупателем, получать рекламации. То есть вы вообще, получается, в привилегированном положении, вы имеете возможность зарабатывать деньги, просто организовав связь между потребителем и производителем. Вы являетесь посредником. И, конечно же, вы не единственные. Сегодня в мире большое количество людей, которые зарабатывают, зная и умея, как это делается. Но если мы сопоставим, например, статистику, то мы увидим, что количество людей, то есть люди, которые пришли в эти магазины через Infinii, зарабатывают в 6 раз больше на eBay, и в 7,2 раза больше на Amazon, чем те, кто просто обучился, взял какие-то тренинги и так далее. То есть здесь не просто обучение, здесь очень важные программы, софт, поддержка и так далее. Это очень важно для любого новичка. И поэтому у нас с вами есть возможность создать свой бизнес. Вы можете начинать свой бизнес просто потому что у вас есть компьютер, есть интернет и есть желание заняться своим бизнесом. Infinii в этом отношении вам помогает. Здесь очень простая система, которой нет, практически аналогов нет в мире. При том, что компания относительно молодая, 2,5 года, но такие стратегии и такие возможности предоставляет только она. У вас есть возможность одновременно использовать такие площадки, как Amazon, Google, eBay, Facebook и другие. Всему этому компания вас обучит. У вас нет необходимости самим разбираться во всем, становиться программистом, там, писать скрипты и прочее. Это все уже сделала компания. Вы становитесь экспертом, не будучи им. То есть вы просто вкладываете минимальное время. Вы можете примерно час времени в день вкладывать для того, чтобы уже зарабатывать довольно приличные деньги. Всего лишь час времени. Вам не нужно при этом, например, досаждать другим людям, приглашать их куда-то, как часто люди сегодня не хотят, например, приглашать в какие-то структуры, в какие-то системы, в сетевой маркетинг. Не хотят, не проблема. Вы здесь можете зарабатывать, никого не приглашая. Это ваш бизнес, ваша электронная коммерция. Есть компьютер, есть ваши знания, есть интернет, вы воплощаете эти знания и производите продажи. И это создает очень серьезный доход. Для примера, как это выглядит? При помощи инструментов компании Infinii вы можете найти самые эффективные товары, например, на площадке Amazon. И, скажем, вы нашли какой-то товар, он стоит чуть меньше $9 на Amazon. Но при этом вы увидели, что в eBay он стоит порядка $18. При помощи софта, который вы имеете от компании Infinii, вы осуществляете эту продажу. И вы зарабатываете $9. При этом какую-то часть этих денег там оставляет себе Infinii, какую-то часть оставляет Amazon, потому что они отправляют, то есть здесь они тоже имеют свои деньги. Но основную прибыль имеете вы. Это очень выгодно, очень интересно. И вы можете использовать другие сайты. Вы можете найти товар, например, на Walmart, на каких-то других магазинах и выставить их на eBay или Amazon. Всему этому вас обучают. Да, сегодня для вас слово eBay и Amazon – это что-то такое фантастическое, непонятное. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Вы находите какой-то товар, например, за $3,5, продаете его почти за $29. И выручаете здесь $25 с лишним. Вот так это делается. И я думаю, вы понимаете, что у любого товара есть всегда разные цены. Есть цена
оптовая, есть цена розничная, есть цена производителя, есть цена покупателя. И вот именно на этом делается любая коммерция, и вы делаете тоже электронную коммерцию посредством этого. Существует также приложение от компании Infinity, которое позволяет вам, увидев какой-то товар в магазине, просто отсканировать его и получить информацию о том, сколько этот же товар стоит, например, в eBay и Amazon. Я не знаю, насколько это будет работать у нас, но в Америке люди, которые там живут, могут с успехом использовать этот инструмент. И найдя товар, например, в своем магазине за $25, продать его за $40. При этом прибыль составляет около $15. То есть здесь много стратегий, много возможностей, обо всех сейчас не расскажешь. Но важно понять, что вот мы взяли 3 продажи, но если вы сделаете по 50 таких продаж, то ваш доход в месяц составит больше $2000. Даже за вычетом комиссии, которую берет Amazon, это будет $2150 в месяц. Важно понять, опять же, вы не вкладывали денег, вы не покупали этот товар, вы его не отправляли, у вас нет головной боли. Вы просто использовали все те стратегии обучения и возможности, которые дает компания Infinity. Фактически вам предлагается возможность создать свой бизнес, домашний бизнес, бизнес из дома. Это тренд. Сегодня люди хотели бы не ездить в офис и на работу, не подчиняться начальнику, государству, хозяину, а вести свободный образ жизни и при этом зарабатывать. То есть вы сами определяете, где вы будете работать. Например, у себя дома или отдыхая где-то на островах. Сколько времени вы в это будете вкладывать? Сколько вы хотите зарабатывать? Вы сами это определяете и сами этим распоряжаетесь. Поставьте, пожалуйста, 5, кому вот это вот интересно. Кто хотел бы иметь вот такой вид дохода? Спасибо. Ну, я уверен, что вы не зря сюда пришли, потому что это действительно уникальная возможность, и мы с вами ее можем все использовать. При этом вас обучают. Вас обучают пошагово. Вы имеете тренинги, у вас в кабинете все это есть. Сейчас, вот буквально в эту неделю, идет переустройство английской системы на русскоязычную, потому что компания американская, понятно, она не рассчитывала вначале на то, что российский рынок будет очень активным, но факты показали, что российский рынок сейчас развивается быстрее американского. Поэтому компания в срочном режиме переводит. И у нас с вами есть 3 платформы, которые мы можем использовать. Новичок, конечно, приходит на первую платформу, она называется Prime. Здесь самые простые инструменты, самые простые возможности. Во-первых, есть такой инструмент, который называется Springboard. Это трамплин. Вы его можете использовать, даже не владея никакими навыками. Но вы уже начинаете постигать тонкость электронной коммерции. Вы, как ребенок в песочнице, копаясь, уже начинаете что-то делать и зарабатывать при этом, что очень важно. Даже на первом пакете вы можете зарабатывать 10, 15, 20, $30 в день на пакете Prime. Это уже здорово. И при этом у вас есть обучение. Вас обучает тому, как создать свой аккаунт на eBay, на Amazon, как начать здесь выставлять товар, брать товар, используя функционал, который предлагает компания Infinity. То есть все это здесь есть. И когда вы уже научились зарабатывать, например, $100 в день, вы понимаете, что у вас есть время, вы готовы расти дальше, есть программа Surge, платформа Surge. Здесь сюда входит все то, что входит и в программу Prime, но дополнительное обучение, больше возможностей. На Springboard у вас большее количество товара. Например, на площадке Prime у вас 15 наименований товара. На площадке Surge у вас в 2 раза больше, 30 наименований товаров. Естественно, вы здесь тоже можете за счет этого больше зарабатывать. И следующая площадка – это уже Excel. Это профессиональная платформа для того, чтобы зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц. Здесь самые продвинутые технологии, обучение, программы, все обеспечение. И, конечно, важно понять, что это новая специальность, это новая профессия, которую вы овладеваете, естественно, не за месяц. Потребуется, может быть, полгода или около этого, чтобы все это вы освоили. Но перспективы, которые здесь, это сотни тысяч долларов в месяц. Сотни тысяч. Как мы видели с вами, люди выходили на сцену и показывали свои чеки. $200 000, $300 000, $400 000. И даже 800 с лишним тысяч долларов. Это реально, это возможно, если вы готовы идти в этом направлении. Итак, для того, чтобы начать этот бизнес, вам нужно зарегистрироваться в компании Infinity. Регистрация здесь бесплатная. Вам просто нужно взять ссылку того человека, который вас пригласил на сегодняшнюю встречу, и вы сможете зарегистрироваться. У вас есть возможность приобрести сразу же вот эту минимальную программу Prime и начать изучать, и начать использовать
спрингборд для того, чтобы зарабатывать уже первые деньги. Вы выставляете 15 наименований товаров, вам предлагается несколько тысяч наименований товаров. Причем это те товары, которые уже очень ходовые, они проверены компанией Infinii, и компания предлагает вам минимальную цену на этот товар. Вы покупаете по этой минимальной цене, например, по 0,45 доллара, 45 центов покупаете товар, и компания вам рекомендует цену, по которой вы можете выставить. Вы дальше ничего даже сами не делаете. Вы просто выставляете цену, и она может быть на уровне 10 долларов. На каждом товаре вы можете зарабатывать 4-5 долларов. Вот вложив полдоллара, вы заработаете 5 долларов. Вот примерно такая стратегия. Причем вы не, опять же, ничего не выставляете даже на Amazon и eBay. Это все за вас делают менеджеры компании. Это все производится уже без вас. Но вы, осваивая технологию, уже зарабатываете. И, естественно, обучаетесь. На следующей программе больше. На программе Excel у вас 60 наименований товаров на Excel, на Springboard. Но здесь уже гораздо больше обучения, больше возможностей, больше стратегии. Плюс вот это обучение, которое есть сейчас, компания давала и раньше. Но в декабре месяце этого года компания решила дать нам возможность еще одного мощного источника дохода. Это источник, который связан уже с сетевой индустрией. Связано с тем, что вы можете не только сами продавать товары, вы можете дать информацию тем людям, которые вас окружают, например, знакомым, родственникам, членам семьи, людям из интернета, которые сегодня ищут для себя возможности, и они, присоединяясь к компании, покупают для себя лицензию, а компания вам выплачивает за это деньги. Это уже партнерская программа, где используются элементы сетевого маркетинга, и компания дает такую возможность каждому. Если вы хотите эту возможность использовать, вам нужно будет оплатить 10 долларов в месяц, и тогда вы можете давать свою реферальную ссылку, подключать партнеров. То есть вы можете использовать обе возможности, либо только использовать электронную коммерцию. 10 долларов оплаченные вам не дают возможности зарабатывать, они дают возможность только создавать и строить команду. Зарабатывают дают возможность только вот эти вот платформы и пакеты Prime, Search и Excel. И если вам интересна система уже построения структуры и команды, то здесь компания предлагает еще дополнительных 6 видов дохода. Первый вид дохода – это прибыль от вашей электронной торговли. Здесь прибыль ваша не ограничена. Это могут быть тысячи долларов в месяц, это могут быть десятки тысяч долларов в месяц. Вы сами решаете, какие стратегии использовать. То есть представьте, у вас может быть несколько тысяч наименований товаров, благодаря тому обучению, которое вы прошли. И за всем этим у вас следят программы. Вам не нужно отслеживать каждый товар, потому что у вас есть мощная программа от Infinii, которая позволяет вам видеть, например, вы взяли товар на eBay, выставили на Amazon, и если он вдруг пропал на eBay, уже продался, он автоматически пропадает на Amazon благодаря этим программам. Без программ вы можете, ну, вот так, грубо сказать, влететь. То есть человек у вас может на Амазоне купить, а его уже у вас нет и на eBay. И тогда резко падает ваша репутация на сайте, потому что самое главное – это обслуживание клиентов. И вот это ведет к серьезным проблемам. Здесь вот этих проблем нет, потому что у вас есть функционал компании Infinii. Дальше. Когда вы решили использовать эту информацию, вы несете ее дальше, находятся люди, которым это интересно, они подключаются, у вас начинается продажа. То есть вы рассказали это знакомым или друзьям, пригласили своих знакомых на вот такой же вебинар, и они начинают понимать, о чем идет речь. Когда они уже все поймут, они приобретают для себя программу либо за 50, либо за 150, либо за 400 долларов, а компания вам выплачивает 15% от стоимости лицензии. И, например, человек купил за 50, вы получили 7,5 долларов. Человек купил за 150, вы получили 22,5. Человек купил за 400, вы получили 60 долларов. Но самое интересное, что эти деньги вы будете получать ежемесячно, потому что человек и дальше будет покупать лицензии. Ведь он благодаря им зарабатывает в несколько раз больше, а потом и в десятки раз больше, чем та сумма, которую он заплатил за лицензию. Поэтому это ваш ежемесячный доход. Вы уже создаете пассивный ежемесячный доход. Дальше. Здесь есть очень интересные премии до 1000 долларов в месяц. Компания пошла на беспрецедентный шаг. Она готова выплачивать деньги за вашу минимальную активность. Даже те деньги, которых вы еще не заработали. За то, что вы начинаете строить команду и создаете товарооборот, компания выплачивает вам
beginner бонус или вот этот ускоренный бонус для начинающих, он в полтора раза превышает товарооборот той команды, которая под вами созревает. Например, если оборот команды $400, вы получите $600. Не сразу, в течение 2-3 месяцев вы получаете эти деньги. И у вас есть возможность получить на первом, втором и третьем уровне до $3000. Следующий вид дохода – это вознаграждение от построения команды по бинарному типу. У вас есть две команды – левая и правая. И компания выплачивает вам 10, потом 15, потом 20% от оборота меньшей ветки по бинару. Если, например, оборот составил $5000 в неделю, вы получили $500. Если оборот $50000 в неделю, вы получили $5000. Ну, вернее, там уже 15%, это будет $7500. То есть деньги здесь очень большие, и компания ограничивает ваш доход планкой в $50000 в неделю. Я думаю, что эти деньги, то есть это ограничение вас не смущает, потому что это $200000 в месяц, это больше $2 миллионов в год. Вот это вознаграждение только по одному типу. Да, это постепенно выстраивается, но здесь очень мощная поддержка, и вы с самых первых месяцев начинаете зарабатывать деньги. Следующий вид дохода – это выплаты от вашей линейной команды. Вы строите структуру и в бинаре подключаете людей, и эти же люди у вас выстраиваются в линейную систему. Здесь так называемый гибридный бизнес-план. Это те же люди. И они создают оборот сами, они приглашают своих партнеров, и от оборота вот этой линейной структуры вам компания выплачивает 5%. 5% с неограниченной глубины. Но здесь есть тоже ограничение, которое составляет $200000 в месяц. 200 тысяч. То есть опять $50000 в неделю. $50000 по бинарному типу, $50000 по линейному типу вознаграждения. Следующий вид дохода – это бонусы за карьерный рост. По мере того, как вы растете, выходите на все более высокие ступенечки, вы начинаете получать премии. В премии здесь заложена сумма $10 миллионов. Очень жирный, очень шикарный бизнес-план. И на самом деле вот это кажется нереальным. Но вы начинаете получать со ступенечки директора уже первую премию, она составляет $10000. Потом $20000, потом $50000, 100, потом дальше больше, больше, вплоть до полумиллиона, миллиона долларов и 2,5 миллиона долларов. Это ваш рост по карьерной лестнице. И вы имеете еще один доход, это глобальный бонус. Здесь компания выплачивает от 4% мировой прибыли, то есть мирового дохода. 4% идет на вознаграждение тех людей, которые выполнили квалификацию директор и выше. Квалификация директор – это уже серьезная квалификация. Здесь уже у вас команда, здесь вы уже имеете серьезные чеки до $3500 в неделю. Но всему этому вас обучают. Обучают на вебинарах компании, обучают ваши спонсоры, наставники. Мы вас обучаем и ведем, мы проводим тренинги и постоянные презентации. И для тех людей, которые англоязычные, они все легко поймут. Англоязычное обучение. Для нас с вами будет переведено обучение, вот эти еженедельные мастер-классы. Мы с вами можем видеть и смотреть, например, с субтитрами. Это все тоже делается для нас с вами. Далее. Компания предлагает вам освоить новую специальность, обучиться. Компания будет специально отбирать тех людей, которые готовы обучаться, и получить сертификат специалиста электронной коммерции. А люди, которые этот сертификат получат, имеют возможность потом, то есть компания их будет нанимать для того, чтобы они проводили обучение в разных городах, разных странах и так далее. То есть вы можете иметь еще один источник дохода от того, что вы обучаете других людей, тому, как правильно работать с площадками, как правильно заниматься электронной коммерцией и развиваете этот бизнес вместе с компанией. Для того, чтобы этот бизнес начать и достичь серьезных вершин, нужно сделать 3 шага. Шаг первый. Вам нужно связаться с тем человеком, который вас пригласил. Задать ему вопросы, чтобы он вам рассказал и объяснил то, что у вас осталось, может быть, непонятным. Пусть он вас зарегистрирует. Регистрация в компании Infinii бесплатная. У вас уже есть своя ячейка, свой кабинет, вы можете уже разбираться в нем. Правда, еще пока ничего делать не можете, потому что вам нужно оплатить $10 для того, чтобы приглашать партнеров,
если вы хотите создать команду и структуру, или как минимум $50 для того, чтобы вы могли зарабатывать и на электронной коммерции, и строя свою структуру. То есть без $10 вы не можете создавать команду, приглашать ни одного человека вы не сможете, без $50 вы не заработаете ни цента. Некоторые задают вопрос, а сколько заработаешь, оплатив $10? Ничего не заработаете. Это возможность строить команду. Если она вам не нужна, вы не оплачиваете $10. Но не оплатив $50, вы ничего не заработаете. У вас нет ни спринтборда, ни команды, ни доходов, ничего. Поэтому самый лучший вариант – это использовать обе возможности, оплатив и 10, и $50. Вы выбираете для себя любой из пакетов, это Prime, Surge или Excel. И все начинается с того, что если вы строите бизнес структурный, что вы приглашаете двух партнеров, одного влево, одного вправо, который тоже оплачивает, как и вы, минимальную лицензию хотя бы $50. Это уже включает вас во все виды дохода. Отсюда уже у вас начинается beginner бонус, то есть бонус для новичков. И компания дает очень серьезный промоушен для тех людей, которые быстро развивают бизнес. И если вы в течение 90 дней выходите на уровень директора, вы получаете премию не $10 000, а $20 000. Плюс по пути вы заработаете порядка $10 000. То есть получается в общей сложности больше $30 000, если вы за 90 дней выходите. Вы можете не уложиться в 90 дней, вы все равно получите премию в $10 000. Но если вы сделали это быстро, вы получаете двойную премию. Я думаю, это интересно огромному количеству людей, потому что такие деньги, ну, на земле не валяются. И поэтому вам рекомендуется не затягивать, не откладывать, а буквально сегодня начинать это движение.